Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня поговорим на религиозные темы, или, наверное, проще сказать, на духовные. Почему? Потому что верующие люди как бы прекрасно разбираются в этих вопросах, и то не во всех. А люди, которые находятся вот в таком «то верю, то не верю», им, наверное, будет интересна наша сегодняшняя передача особенно, потому что мы будем говорить и о катехизации, и о праздниках, ну и, конечно же, о приближающемся событии 400-летии городского Круголюберцы. И мы пригласили в студию настоятеля храма Владимирской иконы Божией Матери поселка Красково, председателя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Подольской епархии иерея Игоря Васильевича Крикоту. И, отец Игорь, мне так кажется, что начнем, наверное, все-таки с образования, тем более вы ответственный. Вот слово «катехизация», чем оно отличается от образования, или одно в другое входит? Это как? Ну, катехизация с греческого на наш переводится как наставление. Угу. Вот, то есть на путь истины. Возможно, такой вариант. Вот, да. Ну, в первую очередь, конечно же, если мы говорим про религиозное образование, то, естественно, наставление в вере нашей христианской. Вот. И несомненно, что каждый человек нуждается в этом неком сопровождении духовном, водительстве. Вот. И, собственно, задача каждого священника, приходящего к нему людей, встретить, направить. И, естественно, рассказать о Христе, о Боге нашем. И вот этот весь процесс как раз и именуется таким вот словом «катехизация». Вот. И, конечно, первая такая катехизация происходит, она с теми, кто хочет стать христианином. Настоящим искренним, христианином, да. Искренним, да. Но сегодня мы знаем, что чтобы стать христианином, нужно принять таинство Святого Крещения. Это такая первая входная дверь. Ну, крестятся многие, но не все потом как бы идут по этой дороге, так скажем. Да, ну потому что, вот как вы обозначили сейчас, вера и неверие – это то, что постоянно как бы нас вот сопровождает, преследует. И вот действительно многие там спотыкаются о разные камни, да, которые встречаются на дороге. Вот. Но все же христианин, он уже имеет вот этот такой указатель, некий навигатор, что его жизнь, она должна направляться ко Христу. А где мы о Христе узнаем? В Священном Писании. И если в Священном Писании также сказано, что Христос создает церковь, именно вот земное это устроение, соответственно, когда мы приходим в церковь, то и нам нужны эти помощники, священники, как духовные водители, наставники. Вот. И вот тут сразу возникает вопрос еще в советские времена, когда, конечно, ни о каком таком государственном или окологосударственном развитии не было и речи, все равно все всегда знали, что священник, то есть человек, который носит рясу, который является настоятелем храма, даже просто священник служит, ну, служит который, что это высокообразованные люди, что это люди очень интеллектуальные, это люди, с которыми хочется общаться, и люди, которые тебе могут чем-то помочь, когда тебе уже, ну, как говорится, никто не может помочь. Насколько сегодня, такой неожиданный, может быть, вопрос, сохранилась эта система ценностей обучения священников? Потому что священник, являясь, скажем так, посредником, да, он может сделать как много чего хорошего, но одна ошибка может вот этого человека, который на перепутье стоит, отвернуть от церкви. Насколько образованы сегодня священники? Извините за такой вопрос. Но про каждого мы не можем сказать, да, но конкретно про себя могу сказать, что я образование свое получил в Троице Сергиева Лавре. Вот, это считается одна из ведущих семинарий, академий. И не так давно была открыта аспирантура. Вот, поэтому сегодня для того, чтобы стать священником образованным, есть все возможности, но, естественно, необходимо желание. И вот это вот рвение к учению, обучению, просвещению. Вот. И
сегодня, если взять, да, то есть вот этих последних, наверное, 20 лет, то священство, конечно же, получает хорошее образование. Вот, и можно смело сказать, что на высоком уровне. И да, люди идут. И люди идут, и мы надеемся, что те ответы, которые мы им даем, они удовлетворяют их, и все-таки они действительно получают ту духовную помощь, вот, которой и призван каждый священник. То есть он призван как бы преподнести эту духовную помощь каждой душе, которая обращается к Богу. Вот. Еще вот один такой вопрос, и будем идти уже к пастве, еще один про священников. Да. А кто сегодня становится священником? Что это за люди? Это люди, которые ищут какой-то смысл жизни. Это люди, которые, ну, как мы говорим, выцерквленные, которые хотят разобраться. Я, конечно же, в сторону, как в любой направленности жизни человека, всякие люди могут прийти, но их жизнь сама расчищает. Почему? Что заставляет человека идти в службу? Чаще всего сегодня в семинарии поступают ребята, которые приходят в наши воскресные школы, которые есть при каждом храме. Вот. Они с малых лет, да, с детства даже, можно сказать, находятся в храмах, вот, где несут послушание, такое наше внутреннее церковное, алтарников, помощников. Девочки, кстати, могут петь на клиросе. Вот. И таким образом они в храме получают вот это первое образование. И дальше, если они желают, они имеют возможность поступить в семинарию. Поэтому, конечно, главным образом идут в семинарии те, кто как бы уже находится в храмах. Да? То есть там раннего возраста своего. Вот. Есть, конечно же, и кто приходит в... Через неожиданные дороги. Да, какие-то, да, вот в жизни случаются у них... Перевороты, события, да, да, события, вот, они встречают как-то, да, Христа, вот, и решают прийти как раз на служение, вот это церковное, либо стать церковнослужителем, либо стать священнослужителем, потому что такое есть различие также у нас, что есть церковнослужители, это те, кто помогает в церкви, то есть псаломщик, да, чтец, да, 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 певец, пономарь, алтарник, вот, а священнослужители – это вот три степени священства: диакон, сам священник, собственно, и высшая степень священства – это епископская. То есть епископы, архиереи, митрополиты. Ну, теперь поговорим уже о прихожанах. Они тоже есть разные, есть, которые прям, что называется, живут в храме, глаза светятся, они знают все каноны, законы, что можно, что нельзя. Вот. А есть люди, которые приходят, ну, например, считают этот храм своим, но приходят довольно редко, но приходят 10 минут постояли, им уже хорошо. Да? И вопрос очень простой. Насколько сегодня популярна церковь? Если можно слово «популярно», сейчас не как, да, звездная какая-то история, а именно мы же в популяции живем. Насколько людям это важно? Ну, церковь, по моему мнению, не старалась как бы идти в шаг с современным миром никогда, да, то есть какой-то там... Своя дорога. Да, да, то есть церковь, своя дорога – это спасение человеческой души. Поэтому сказать, насколько церковь популярная... Но если приходят и удается спасти, значит, популярно. А если не приходят... Если бы не спасались, не приходили бы. Да, но если не приходят, вот. Если бы не получали бы помощь, люди не приходили бы. Пример тому, вот рядышком у нас в Москве есть святая блаженная Матрона. И мы видим, что там реки людей каждый день стоят к ней. Это явный показатель того, что люди не просто так идут. И идут люди разного положения, да, и занимающие какие-то там должностные лица, да, начальствующие, и простой люд, и молодые, и старенькие, и здоровые, и больные. Да, все идут, идут к ней. Да, все и, идут, и таких святых на нашей русской земле очень много. Очень много. Очень много. Но вот тут возникает, да, еще один вопрос. Замечательно, да, мы знаем много школ, воскресных школ, приходских, очень разных форм. Опять же, ну, насколько мне известно, и серьезно воцерквленных, и, скажем так, ну, если можно сказать, в лайтовом режиме, тем не менее, приобщение, ну, как, что такое Библия, ну, хоть элементарные вещи. Но, тем не менее, смотрите, наркомания, алкоголизм, все эти пороки,
есть у нас в Москве такая, насколько мне известно, церковь не очень любит эту работу Шемякина, но тем не менее, там представлены все, так скажем, человеческие вот эти недостатки, мягко говоря. Угу, они присутствуют. И они всегда присутствовали во все времена. Но почему сегодня молодые люди не очень часто не ищут ответы в церкви? Не то, что про своими родителями не могут говорить, но они не приходят к вам. Ну, я бы так не сказал, что они не ищут помощи. Наркоман может прийти к священнику? Да. Я вот по своему опыту скажу, так. Да, вот, что буквально полгода тому назад ко мне приезжал как раз молодой парень, который в Москве стоит, как раз состоит в реабилитационном центре. Да. Вот, приезжал он... Да, хоронить свою бабушку, вот, mm-hmm. и, собственно, да, у него был очередной срыв, и он как раз пришел ко мне, и мы с ним общались, и я узнавал у него, как вообще, как проходит реабилитация, вот, и он говорит, что, конечно, без помощи Божией, вот нельзя победить вот этот mm-hmm. страшный недуг, наркомания. Один на один тяжело. Да, вот, поэтому... В разных центрах по-разному, конечно, да, то есть есть православные центры, которые занимаются лечением, там, несомненно, для этих людей есть и церковные таинства, в которых они угу. участвуют, это исповедь, это причащение, это участие в богослужениях, вот, поэтому, если посмотреть шире, то церковь занимается также вот помощью вот, для этих больных. И молодые люди в том числе приходят, потому что если они не получают, да, помощи от тех специалистов, врачей, вот, то они ищут выхода и находят, наверное, для себя в том и числе выход этот в Боге, находят эту помощь. Помочь. Это может, несомненно, помочь, потому что врач душ является Христос. По нашему учению. Вот. А священник, он как раз тот, кто как бы является орудием в руках Божьих. С помощью, через священника, как бы мы общаемся mm-hmm. как бы, с Богом. Вот. Поэтому здесь священник, как некий духовный врач, в данном случае выступает. Вот. Поэтому... Ну, последний еще вопрос. Перед тем, да. как мы уйдем mm-hmm. на вторую часть, хочется поговорить о праздниках, которые были, если будут, вот в ближайшее время. Книга «Не зря» у нас находится на столе. Mm-hmm. А, вопрос такой. Исповедь – это такой... Тут иногда сам себе тяжело признаться в чем-либо, хотя ты все знаешь, как правило, что хорошо сделал, что плохо, редко сомневаешься. А тут ты должен прийти и излить свою душу. И тут важно и священник, как тебя услышит, потому что некоторые же идут уже и предполагают, что им будут говорить, да? И вообще пойти. Вот исповедь сегодня, как часть этого таинства, она работает? Люди с радостью приходят исповедоваться? Это же очень искренняя история. Надеюсь, что православные христиане, которые приходят ко Христу и исповедуются ко Христу, хочу здесь угу. как бы акцентировать, что да. в первую очередь, когда мы идем на исповедь, то мы не к священнику, а к Христу. Да, естественно, мы перед священниками исповедуем свои грехи, но священник, он дает обет о неразглашении исповеди, поэтому вот эта исповедь, она остается между тобой и священником. И все те, кто как бы приходит, они это понимают. И именно поэтому, наверное, вот этот страх, он присутствует некий, mm-hmm. да? Но все же ты понимаешь, что этому человеку можно доверять. Вот. И я как священник также понимаю, что моя задача здесь может даже больше человека выслушать, поддержать. Где-то в чем-то, выговорился, да? Да, чтобы он выговорился. Да? То есть раскрыть, помочь ему раскрыть его душу. Mm-hmm. И если необходимо, то дать какие-то советы. Причем, как бы, да, эти советы, они не обязательны. Потому что, может, человек сам исповедуется, ну, допустим, сквернословие, да, вот. И он это сам уже понимает. Потому что если человек уже пришел к тебе, то он уже часть пути прошел, да. То есть следующая часть, конечно, во многом зависит и от священника, и от дальнейших шагов самого человека. Вот, поэтому здесь в данном случае вот нужно держать вот именно это себе как бы в голове, да, что идешь ко Христу, к врачу Христу, священник – орудие в руках, вот как раз Божьих.
и исповедуясь, если ты искренне это делаешь, то несомненно, что Господь будет тебе помощником в как раз таком деятельном покаянии, потому что мало слова сказать, мало словом покаяться. Мы всегда говорим, что покаяние должно быть деятельным. Вот ты исповедовался, допустим, в том же, да, снова же в сквернословии скажем, ты попробуй утром встать и сказать себе: «Все. Я, да, допустим, больше не Василий буду. Петрович, я не буду больше сквернословить». И вот вечером, когда ты ложишься снова в кровать, вспомни, да, сколько ты за сегодняшний раз там смог себя сдержать. Вот, поэтому вот это называется деятельное покаяние. А то получится, если мы просто сказали и потом не исполним, это пустословие. Понятно. То есть мы говорим, что выйдя за ограду храма, за двери храма, начните деятельное покаяние. Вот это настоящий христианский путь. Вот так святые отцы делали, так святые отцы нас учили. И, собственно, сегодня священники наши также людей наставляют. И, ну, собственно... Знаете, вот неожиданный у меня сейчас пример пришел. В Таиланде, когда отмечается Новый год, а там есть такой элемент, они приносят в храм песок. Делают они это потому, что они так часто пользуются храмом и выносят этот песок на себе из этого храма. И вот в качестве такого как бы возвращает этот песок в храм. Тоже очень интересная история. Это значит, что ходят в храм. Вот. Ходят. Так что все религии, они где-то понимают, как делать правильно. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери поселка Короскова Ирий Игорь Васильевич Крикота. И дальше поговорим о праздниках и расскажете нам, лето богато на всевозможные события. Сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери поселка Краскова, председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Подольской епархии Ирий Игорь Васильевич Крикота. Отец Игорь, праздники. Ну, вообще праздников много. Честно говоря, люди выцерквленные, если посмотреть, целые календари выпускают, так там праздник за праздником. Но давайте основные летние назовем. Какие это? Ну да, как вы сказали, у христиан, собственно, каждый день это праздник, потому что если открыть этот церковный календарь, то можно найти день памяти тех святых, которых мы чтим, прославляем, конечно, любим. Вот. Летом, конечно, очень много праздников наших русских, вот, которые вот на Руси, да, были установлены. Вот, вот так вот буквально на днях у нас был праздник святых благоверных князей Петра и Февронии. Да. Все мы День знаем, семьи, 8 июля. Да. Да, все мы знаем, что это покровители семьи. Вот, конечно же, они показали образ нам любви и верности. Сложная история там сложная была. Сложная история с их жизнью, конечно, да, да. То есть он князь, она из... Там прям можно кино сказать, можно снимать. Простых, да. Вот. Но здесь все-таки вот важно, что, как мне кажется, что у нас вот в России, да, мы заострили внимание вот на этих трех словах: семья, любовь и верность. И размышляя, да, вот над этими тремя словами, я понимаю, что все начинается с верности, которая перерождается в любовь, а любовь уже и создает эту семью, где в семье объединяются двое и становятся вот этими единым целым. А плод вот этого единства – это как раз детки, которые Господь дает. Ну, я всегда общаюсь с теми, кого крещу. Вот это радостное событие всегда, что вот в мир рождается человек. Вот, да, то есть для нас это большая радость. Всегда говорю вот родителям в беседах, вот как раз во время катехизации, что для нас, вот христиан, как бы такой некий минимум – это три. Аще в силах, конечно же, да, тут вот семья. Вот, один – это как бы за мамочку, второй за папу, третий это на развитие. Это на развитие такое демографическое пополнение. Вот, поэтому дай Бог, чтобы наши... Да, наши... Четыре – это вообще полнота, да? То есть восток, запад, север, юг. Вот, четыре евангелиста у нас, да, много таких можно как бы примеров привести. Ну, дай Бог поэтому нашим родителям, да, вот семьям нашим, чтобы действительно они в первую очередь хранили верность, потому что все-таки где вот, если что-то одно с этого убрать, подсечь,
то уже как бы некий такой... Система не работает. Да, да, да. То есть начинаются некие трещины идти. Поэтому держать, естественно, нужно в первую очередь сохранять верность друг к другу. Mm-hmm. Вот. И любовь также нужно постоянно подпитывать чем-то. Вот как мы там, когда встречаемся изначально, да, то есть мы сначала глазами встречаемся, потом начинается вот эта симпатия, тогда что-то вот развитие. Вот. И ты дальше вот эту свою любовь как-то подпитываешь, даешь подпитку, встречаетесь, цветы дарите, слова прекрасные, приятные говорите, конфеты и так дальше, да, встречи, чай, то есть вот эти все. И необходимо всегда вот это поддерживать, тогда семья будет крепкой, тогда семья не разрушится. А если мы так вот, знаете, когда там поженились, начинается уже наша такая семейная бытовая жизнь, вот, мы узнаем все подробности друг про друга, да? Как-то немножко, да. Да, да. То есть надо... Тускнеет свет. Да, начинает тускнеть, вот. Поэтому нужно его... Поэтому снова нужно вспоминать, что мы, да, полюбили друг друга не вот не за что-то, не почему-то, а просто так. А просто так. Еще 12 июля праздник. День святых первореховных апостолов Петра и Павла. Таких два столба нашей христианской веры. Вот, знаем, что апостол Петр – это такой ревностный ученик Христов. Был с простых, кстати, людей, был рыбаком. Христос его призывает вместе с братом Андреем Первозванным, который, Андрей Первозванный, кстати, придет по преданию к нам, к нашим киевским горам, где скажут, что здесь будут купола сверкать. Да? Поэтому вот. Андрея так почитаем. Поэтому мы Андрея, да, особым образом почитаем апостола. Ну и Петра. То есть это были два брата, вот, которых Господь первых призвал на это делание. То есть он сказал, что отныне вы не будете ловцами душ человеческих. Mm-hmm. И видим, что действительно вот этот их такой земной путь, вот после того, как они оставили мрежи, как в Евангелии говорится, мрежи – это сети свои рыболовные, они действительно всю свою жизнь направили для того, чтобы благовествовать о Христе воскресшем ради каждого из нас. И да, Христос также говорит в Евангелии, что за имя мое будете гонимы. Знаем, что, что апостол Петр пострадал за свою проповедь в Риме, был распят. Был распят, кстати, иным образом. Он даже не посчитал как бы нужным, да, то есть распяться как Христос. То есть он был распят вниз головой, мы это знаем. Вот. И апостол Павел, совершенно иной человек, который был изначально гонителем, имя у него был Савл, до обращения, вот как мы знаем, там в народе говорят, был Савлом, стал Павлом. Был гонителем, а потом стал тем, кто обратил ко христианству множество народов, миллиарды народов. И сегодня мы, как христиане, и в Священном Писании имеем его 14 посланий. Вот. Поэтому несомненно, что для нас, христиан, это некий духовный ориентир, с помощью которого мы узнаем о Христе. Потому что не просто то, что мы говорим, священники, но в первую очередь мы говорим, что в Священном Писании заложены все духовные рецепты. Духовные все рецепты. Уже есть. Все есть, да, только мы очень часто, эта книга под названием Библия, Священное Писание, оно где-то лежит у нас на полочке, пылится. Поэтому мы и говорим, что Священное Писание – это не книга, которую ты читаешь как какую-то там художественную, там историческую, вот хотя эти части там исторической тоже в ней есть, это книга жизни, духовной жизни. Поэтому мы и говорим, что каждый день, хоть пару строчек, но прочти, подумай о них, что в этих строчках именно тебе Господь говорит. Но у нас сегодня лежит еще одна книга, и тут мы плавно переходим к 400-летию, такой праздник важный для городского круга Люберцы. Что это за книга? Вот мы с нашим приходом, особо с помощью дорогой и уважаемой мною Павловой Лилии Константиновной, издали небольшую, тоненькую книгу. Давайте в честь как раз покажу, да, 400-летия. Так, кому пришла идея, почему края решили? Ну вот, собственно, мы с Лилией Константиновной на нашем приходе проводим два раза в месяц беседы, вот, которые как раз мы назвали «Наш край». Вот. И, собственно, эти беседы как раз посвящены изучению нашего Люберецкого края, изучению тех усадеб, которые у нас как раз находятся вот, да, вдоль нашей реки Пехорки. Часть первая. Вот. Православие, религия радости. Заголовок. Несомненно. Несомненно. Да. Я вижу, здесь вот есть и какие-то фотографии, да?
Да, качество, конечно, не очень, но... Но то, что сохранилось, да. Здесь мы главным образом рассказываем про усадьбы, которые вот близ нас лежащие. Вот. И, конечно же, про наше Красково-Богородское есть история здесь, в этой книге. Вот. Поэтому кто желает... «Уголок России. Отчий дом» называется. Да. Кто желает приобрести... Приезжайте в наш Владимирский храм, вот в этот райский Красковский уголочек, вот, и в этот древнейший храм на нашей Люберецкой земле. Надо сказать, да, что вот в Красково так вот, храм, который освящен в честь Владимирской иконы Божией Матери, вот, с которой очень много связано у нас на Руси разных событий. Исторических, да, вот защиты нашего Отечества, нашей Родины, вот по молитвам к Пречистой Богородице. Как раз и мы сегодня там совершаем свои молитвы, как и тогда люди, когда основался там приход, да, он основался в 1649 году, вот, видим, что храм, это, он самый древний, можно сказать, там, на Красковской земле. То есть все остальные сооружения, здания, они современные. Поэтому кто хочет как бы приложиться к истории нашего Богородское Красково, ну, вот именно так именовалось изначально, потому что Трубецкие, Голицыны, когда там основывали вот эту усадьбу, то есть они... с историей. Конечно, не сам... то есть этот храм исторический, то есть, да, да, то есть единственное, что осталось, это храм. Там был усадебный парк прекрасный, знаем, что там был дом Оболенских, который в 11 году, к сожалению, сгорел, остался только флигель рядышком. Но все равно здорово, вот, что сохранилось. Есть мечта, вот, восстановить хотя бы что-то, да, то есть там парк в пойме Пехорки. Значит, восстановить... есть над чем работать. Спасибо вам большое за то, что немножко поговорили с вами о самом важном, как мне кажется, потом поговорили о праздниках, немножечко рассказали, что это такое. Ну и приятно, что удалось собрать вот такой сборник, это очень интересно, потому что, живя в Красково и даже живя просто в Люберцах, люди не всегда знают, какие россыпи здесь у них находятся, что называется, под ногами. Отец Игорь, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Приходите еще. Напомню, что гостем в студии был настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери поселка Красково. Не раз мы сегодня слышали это название. Председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Подольской епархии. Спасибо большое. Взаимно. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.